श्री श्री दांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठी पति वंदे गुरुपद दंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहरम वाछाकुवश कृपा सिंधुवच पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूकं करोति वाचा लं पंगुं लं हैतगिरिं यत्किपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्सच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगद्वरुण धैयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तातिहं पुनतपालभवद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि वधूषुवदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनका बदातु संकीर्तनय कवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Гурудам, Грантхадам, Намадам, Дхамадам, Муда, Бхактидам, Бхуридам, Банде, Бхакти, Бинодакам, Садам. Гурудам, Грантхадам, Намадам, Дхамадам, Муда, Бхактидам, Бхуридам, Банде, Бхакти, Бинодакам, Садам. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что Шила Сачитананда Бхактинанда Такур даровал нам все с начала до конца. Все Бхактинанда Такур дал нам. Только мы должны следовать руководству чистых гуру вайшнавов. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что наш Шила Сачитананда Бхактинанда Такур дал нам все с начала до конца. Мы должны иметь терпение, следовать ему под руководством чистых гуру вайшнавов. Что значит с начала до конца? Это значит, даже те, кто хотят пойти на путь Гаудия Бхаджана, с самого начала, с предварительных наставлений до конца, до Рададаси, что нет. Бхактинанда Такур дал нам абсолютно все. Однажды Шрила Прабхупад сидел, я написал уже, и вот Шрила Прабхупад сидел в своем баджан-кутире, смотрел на сад через окно, но Парамананда Прабху принес ему обеденный просад и ушел что-то делать. Через минут 40 он приходит и видит, Шрила Прабхупад ничего не съел, смотрит куда-то. Парамананда был удивлен. Никогда такого не случалось. О, Прабхупад, вы ничего не съели. Что вы смотрите там? Что там? И Шрила Прабхупад сказал, я смотрю, как как сгорает ваша удача, как вы упускаете золотую возможность, и я на это смотрю. Как Ядувамша не могла быть уничтожена никем. Шримад Бхагаватам говорится, Ядувамша никогда не может быть уничтожена, только и только Кришна, если Кришна хочет, так он может забрать ее. И Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем говорит, и вот как Ядувамша, они хотят быть уничтожены. Борются друг с другом, нет у них никакой силы спасти кого-то. То есть они не могут даже себя спасти, что говорить о других. И вот вечный спутник Шрила Гуранги Махапрабху,
кто дал нам гуру. Какой-то глупец из-за зависти говорит какую-то ерунду о Шри Прабхупаде. И достойно ответить таким, это настоящий баджан. И когда Бхактивинода Тхакура пишет это, много людей критиковало. Шрила Бхактивинода Тхакура пишет. Вот эти слова. Мы благодарны лотосным стопам Шрилы Сачитананды Бхактивинода Тхакура. Не только я, сам Гуранга Махапрабху вечно благодарен Бхактивинода Тхакура, поскольку Бхактивинода Тхакура он проявил такое великолепие Вани Вайбав, которое проявилось в форме Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати. То, что написали Госвами Сандарбхи, очень тяжело для понимания. И Шрила Бхактивинода Тхакура изучил это все и вывел суть всего этого. Кратко и понятно он описал это в своих книгах. Можно наблюдать, вайшнавское общество очень ленивое, ничего не могут сделать, никто не протестует против неправильной сиддханты. Предпочитают молчать, не замечать, думать, что те, кто не замечает очевидных вещей, великие преданы. Гурудам. Мы обрели Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати благодаря Бхактивинода Тхакуре. Как Адвайта Гасая? Адвайта Гасая призвал Парад Парахиля Шираши Кришну. И благодаря молитве Адвайта Гасая, Бхагаван Шри Кришна, сам Гуранга Махапрабху явился. И по молитве Бхактивинода Тхакура мы обрели Бхактисиддханту Сарасвати. И он молился Бимали Деви Чит Шакти Сварупа Шакти Джаганатха. Долгое время он молился ей, чтобы она что-то сделала. И он написал прекрасные киртаны. По молитве Бхактивинода Тхакура мы обрели Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати. Кто потряс весь мир? Он хотел сделать нечто, но мы... Но некоторые хотят не делать то, что он делал. Что такое проповедь? Проповедь может быть, я снова и снова говорю,
сидя на Ясасане, что проповедь может быть возможна только под руководством силы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура. Сила Прабхупады только под его руководством проповедь может быть. Те, кто не следует силе Прабхупаде, пытаются дурачить нас, организуя какие-то внешние фестивали, где кричат «Джай Прабхупад», но никакого духа и учения Шрилы Прабхупады там нет. И вот он дал нам гуру. Он написал более 100 книг, но мы, часть пропала, но что-то осталось, конечно. Часть скрывается где-то. Но тем не менее, среди сотен книг какая-то часть осталась, и это хорошо. Намадам, он хотел научить нас, как воспевать святые имена, какова процедура. Он хотел показать нам научный путь. Он написал Харинама Чинтамани, очень научную книгу. Он хотел повторять святые имена день и ночь. Намадам, значит, он дал нам путь, через который мы можем повторять святые имена Намадам. Нам. Это имя Кришны, это святое, оно вечно, Кришна вечен. И что? Но кто-то, гуру дает нам Кришну, настоящий гуру. Кришна и Харинам, они не отличны друг от друга. И только Сачидананда Бхактиван такого написал. Бхактивинода Такур showing us that if you look everywhere, what you are doing? He is enemy, he is doing this, he is doing this, who is this? And what you are doing? What you are doing? Бхактивинода Такур said, everywhere Харинам. Шрила Бхактивинода Такур везде видел святое имя, куда бы он ни смотрел. Нам Прабху. Научная. Это был Голок Даршан Шрилы Бхактивинода Такура, поскольку он не видел ничего, кроме святых имен. Он видел их везде. И также те, кто совершает рамбаджан, они говорят. Они видят Раму везде, Ситараму. И вот Тулсидас пишет, везде я вижу Ситараму. Но мы видим Радха Говинда Гауранга. С начала до конца. Даже те, кто хотят войти на путь Гауди Баджана, для них, сколько, насколько милостив Бхактивинода Такура, с начала до конца. Он дал нам вся сила. Гурупадпадма говорил: «О, мой сын, нужно читать Джайва-дарму хотя бы 108 раз, если не больше, и тогда мы поймем все, что там все».
Чайтанья Сикшамрита, Махапрабху Шикша, Баджарахасья, Харинама Чинтамани, Джавадхарма, Прампрадип, все, Бхагаватаркама, Мричимала, Гададхар Пандит явился во сне. И попросил его описать суть Бхагаватам вкратко. И вот по указанию Гададхар Пандита он написал Бхагаватарка Ричимала. Он разделил на Самбандху, Абхидею, Пайоджану и описал это все. И вот Бхагавата Ричимала. И вот если мы прочтем Бхагавата Ричималу, то обретем результат чтения всего Бхагавата. И вот обретя все эти золотые возможности, все же мы не можем принять их. Кто-то из нас становится сахаджи, кто-то отклоняется от пути, кто-то против преданности становится. И вот такая плачевная ситуация. Мы можем сказать, что мы поддерживаем Бхактина Такура, но Бхактина Такура сказал, следуем ли мы по-настоящему или нет. Муж у нас есть деньги, но абсолют есть абсолют. Весь мир, если оставит меня, всю жизнь не смогу оставить Бхактина Такура. Не все могут переварить абсолютную истину. Нужна способность для этого. Шрила Прабхупада говорит, абсолютная истина может быть все как Бхактина Такура. То есть многие могут петь киртаны Бхактина Такура, но принять их суть кто может? Мало кто. И вот Шрила Сачидананда Бхактина Такура сказал, то, что иметь духовную организацию, особенно преданных, нужны преданные в отреченном укладе жизни. Но опять же, глупо думать, что можно взять кого-то, переодеть его в оранжевую одежду, и они станут отреченными. Кто-то хвастается, что у него 500 преданных в храме живет, но можно спросить, есть ли среди этих 500 хотя бы один настоящий преданный. Я хочу хотя бы одного видеть. Или докажите, что вы сам преданный, иначе как вы можете так говорить? Кто-то может одурачить весь мир, но они не могут одурачить Гуру Варгу. We need devotees, those who are in renounce, that's okay. But that doesn't mean we can bring all garbage and put inside. Whereas Bhaktivinoda Thakur wanted to identify himself as a cleaner of that garbage, sweeper. You are just going to, you wanted to do, but you are undoing. Шрила Бхактивинода Такур назвал себя подметальщиком рынка святого имени. Он хотел вычистить всю грязь с рынка святого имени, но некоторые занимаются обратным. Там, где происходит чистая харикатха и харикиртан, где саду ведут себя должным образом, это истинная махата, где Гуранга Нитьянанда всегда присутствует.
Некоторые люди хотят осквернить это святое место. И вот некоторые под именем Лабхи, Пузы, Пратишти, денег, еще чего-то пытаются как-то осквернить это святое место, преследуя какие-то низкие цели. Иногда какие-то преступники думают, что они делают что-то неправильное, но все же иногда они достигают, ввязываются во что-то, откуда нельзя выйти назад. Например, какие-то люди, занимающиеся криминалом, можно просто вступить на путь криминала, но назад выйти уже сложно. Шрила Бхактивинода такого говорит, видя такие скверные вещи в храмовке, то, чем занимаются брахмачари, саньяси, то обычные люди плевать хотели на таких саньяси, брахмачари за их недостойное поведение. Ну, конечно, глупые люди поклоняются таким, но у кого немного ума есть, они презирают таких саньяси и брахмачари. Ну, сейчас в Индии, но не только в Индии, звание так саньяси такое, как сказать, неуважительное. Души полно лжи, лицемерия, и саньяса часто олицетворением всего этого. Поэтому, естественно, никакого уважения. Люди в отреченном укладе жизни не вызывают, поскольку мошенников среди них очень много. И вот такое состояние общества, еще Бхактивинода такого говорил, что обычные люди, они презирают всех отреченных, саньяси, брахмачари и прочих в рыжей одежде. Но поскольку среди них мало кто может, то есть вообще кто-то есть, кто может утвердить идеализм в Гауранге. В соответствии с нашей Гуру Варгой, те, кто... Даже те, кто подметают полы в Гаудимадхи, моют посуду, те, кто поклоняются, готовят, все они проповедники. Как мы не слышали? Нет. Ничего нового. Кто-то, может, не слышал этого, но Махарадж говорил уже об этом. И вот они, проповедники, даже те, кто убираются, моют полы в Гаудимадхи или еще что-то делают, они все проповедники своим идеальным характером. Те, кто приходят посетить Гаудимадхи, они видят, как и что они делают. Они такие пассивные проповедники. Not active preacher, by watching them.
то, что люди, видя их поведение, их деятельность, их настроение, они с какой радостью, всяким вдохновением они моют храм, готовят или еще что-то. То есть это такая настоящая проповедь, если кто-то там нанимает, как популярно на нынче приглашать за деньги брамачари саньяси, то видно, они все у них на показ искусственное, такое не натуральное, там видно сразу людей на зарплате, которые делают вид, что они саньяси или брамачари. И вот кто-то спросил у Бхактивинода Тхакура, почему столько ограничений, можно же всех пригласить в Гаудия-матх, в чем проблема? И в итоге самые сильные выживут, самые не сильные, а фитости именно той самой. Те, кто умеют приспосабливаться, лучше всех приспособятся. Но Бхактивинода Тхакура говорит, не так все просто. Глупых людей глупо пускать в Гаудия-матх. Мы не можем позволить этому чистому учению Гауранги Махапрабху. Мы не можем позволить абсолютное учение Гауранги Махапрабху быть оскверненным этими глупыми людьми. Лучше проверять, кто есть кто. И вот Бхактивинода Тхакура говорит, нет, мы не можем позволить абсолютному идеализму Гауранги Махапрабху оскверняться какими-то глупыми людьми. Лучше не пускать их в Гаудия-матх. Лучше проверять всех и каждого, но сейчас наоборот. Бхактивинода Тхакура написал в киртане. И вот Бхактивинода Тхакура говорит, если какие-то антагонисты приходят, то их можно выгнать, не пускать Гаудия-матх. Сейчас можно наблюдать, обратное происходит. И вот если кто-то делает противоположное учению Бхактивинода Тхакура, то такие люди не имеют права поклоняться Бхактивинода Тхакура. Но, к сожалению, сейчас происходит наоборот. Многие делают на показ. Each and every of my activities, of my writings,
speeches, everything can prove. I'm going to take life risk. I'm going to take life risk. I know. But still I'm speaking. Of course, background is okay. Background, I make ready. By the mercy of Bhagavan, no problem. I don't fear. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, те, кто недостойны войти в Гауди Мат, кому-то отдают саньясу, таким людям, поскольку у них самих нет саньяса. They become satisfied with the sannyas and they cannot point out that you have no sannyas. Mutual understanding. Саньяса в наше время стала способом заработка денег, поэтому раздают всем подряд. И такие люди, которые получили саньясу от какого-то мошенника, не признают, что он мошенник. И таким образом замалчивают очевидные вещи. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, лучше, если в нашей гошале не будет никаких коров, чем какие-то дурные коровы там будут находиться. И вот Бхактивинода Тхакура говорит, что проще гошалу держать пустой, чем каких-то бестолковых коров там держать. И вот я могу показать Бхактивинода Тхакура. Можно открыть Бхактивинод Ванивай Байбав Джава Дарма. Махапрабху Шикша или Сичитания Шикшамриту. Я могу показать, что Бхактивинода Тхакура пишет. И вот Бхактивинода Тхакура пишет в статьях также. Сколько статей у него? Это самая важная обязанность ачари, те, кто занимают лидирующие позиции в нашем обществе, их обязанность это исправить эту плачевную ситуацию. Исправить неправильную сиддханту, протестовать против тех, кто говорит против Гуру-варги. Те, кто искажает чистую преданность. Нужно протестовать против них, это обязанность ачари. Если они не показывают своего идеального характера и поведения, то что будет с нашим обществом? И вот Бхактивинода Тхакура пишет в этой статье. Бхактивинода Тхакура 150 лет назад. Он хотел выразить сожаление о такой плачевной ситуации, которая происходила и происходит. И вот он предостерег нас. Я попрошу каждого, всех преданных со всего мира изучить читание Шикшамриту, читание Бхагавату,
Махапрабху Шикша Джава Дарма, Харинама Чинтамани, все различные статьи, чтобы, по крайней мере, они обнаружили, что наш Гурудев, ну, чтобы увидеть разницу между учением ихнего гуру и тому, что есть на самом деле. И они видят разницу. That much honesty and purity, then you can take the right track. But I think you cannot do. You have some biasness, some color, political color, everything color is there. So you cannot do. We should remember. Мы должны помнить Бхактивинода Тхакура перед тем, как получить дикшу. Написал так много книг. Это невозможно. It is impossible. Because even after taking diksha, somebody can get Guru Kippa, they can. But Bhaktivinoda Thakura, much before. То есть можно видеть, что Бхактивинода Тхакура написал множество прекрасных книг, полных сиддханты, до того, как он получил дикшу. О чем это говорит? О том, что он уже был преданный. Кто-то в Пуршоттаме возмущался, кто он вообще даже посвящения не получил, ни тилака, ни мала не носит. И вот нам Бхактивинода Тхакура не обращал внимания на этого человека, но этот человек заметил, что баджан на него не идет. И подумал, что случилось. Он подумал, что может как-то оскорбил Бхактивинода Тхакура. В то время Бхактивинода Тхакура Кедарнатх Датта было имя. И вот он пошел к нему и сказал, что и попросил прощения, что сказал, что у вас посвящения нету, почему? Бхактивинода Тхакура засмеялся, сказал, да, действительно, ищу садхгуру, но никого не нахожу, поэтому посвящения у меня еще нету. И вот он из-за смирения сказал так, но этот садху понял, что он вечный спутник Махапрабху. Кови Карнапур, ему не нужно было принимать никакого посвящения ни от кого. Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, им тоже не нужно было получать никакого посвящения ни от кого, но все же они проявили эту лилу, чтобы путь баджан был организован, и поэтому Бхагаван Шри Кришна тоже получил посвящение Рамачандра от Аштавакра Муни. Бхагаван Гауранга, он тоже принял посвящение. И вот Гауранга Махапрабху, как преданный, он показал все. Он получил посвящение, как это была такая лила, то есть он получил посвящение от какого-то мошенника. Бхактивинода Тхакура понял это, не только это, но и Шрила Прабхупад сказал, когда его гуру сказал, что Рагунатдас Госвами из низкой касты, я тут из высокой, то Прабхупад сказал, так оставь его, видно же, что он мошенник, пасанда. А
И он критикует самого Рагхунатха Дас Госвами, и Бхактива такого написал это. И то, что он написал со мной на Гаудии, и вот он написал, что был там у Гуру. Гуру был, но пропал. Не то же самое Сиддханта, когда Махапрабху стоял перед Брахмананда Бхарати и не замечал его. Ему говорили, вот он, не может быть, это не он. И вот хотя он стоял перед ним, но упорно его не замечал. Поскольку этот Брахмананда Бхарати не мог носить тигриную шкуру, но поэтому Махапрабху его не замечал в тигриной шкуре. А тот носил тигриную шкуру, чтобы показать, какой он отреченный, но преданные они показывают юкта-вайрагья, зрелое отречение. Могут даже пальто с галстуком одеть. Я вот, например, одел шафрановую одежду, поскольку имею право. Но те, кто приняли саньяс, они не имеют права носить белую одежду, но я могу для проповеди. И вот я хочу показать, что сын льва, лев, внук льва тоже лев. И внук льва шакалом не может стать. Мы должны помнить это и не забывать. И вот Бхактивинода Тхакура пишет так много вещей. Перед тем, как получить посвящение. Гуру был, но исчез, попал. И вот Брахмананда Бхарати понял, он переоделся и пришел. И Махапрабху сразу его узнал. Брахмананда Бхарати, ты мой гуру. Когда Мукунда говорит, Брахмананда Бхарати пришел, не молчал. Можем привести Брахмананда Бхарати сюда? Нет, он гуру, я должен пойти к нему, чтобы выразить ему почтение. Махапрабху сам показал, как нужно относиться к старшим. Бхактивинода Тхакур, Гуру Кришнад Баба или Шрила Прабхупад, Рагхунат Дас Госвами, им не нужно принимать посвящение, но все же приняли. Но Бхактивинода Тхакур в итоге хотел показать, что он Бхагавад Парампаре. Хотя Бхактивинода Тхакур — это вечный спутник Гуранги, но все же для нашего удовлетворения он показал, что он в Бхагавад Парампаре. Поскольку этот бестолковый гуру, он от него отверг его,
с помощью Бхагават-парампары эта связь с парампарой восстановилась, поскольку Бхагават-парампара, она очень более практична. И таким образом я уже доказал, что Бхактивинода-тхакур дал нам Гуру, все книги. Да, очень ценные книги и все остальное. Написал Харинама Чинтамани и все остальное, Намадам, Дамадам и другое имя Бхактивинода Тхакура, Надия Пракаш, никто не знает. Бхактивинода Тхакур, его второе имя Надия Пракаш, он хотел проявить славу Надии, Надия Бихари Гауранга. И поэтому второе имя Надия Пракаш. Тот, кто хотел, он проявил Майпу Дхарму и все остальное. Здесь был инженер какой-то. Иностранец. Манчитро, граф of India, I mean граф of Nodia, I mean граф of Maya, Nodia. You wanted to show where from river going, how river changed. How river in course of time changed track, this way, that land gone, that side, that land came. All Bhaktivinoda wanted to, I have the book. I have the book. И вот там, в общем, тут топография описывается Новодвипа. This way. So, Dhamadam, Bhaktidam, Bhuridam, Mande. He has given us Он дал нам преданность. Если мы обретем связь с Бхактивинодой Тхакуром, то я обещаю вам, вы обретете Бхакти. Если вы находитесь в связи с Бхактивинодой Тхакуром, в его преемственности, а если вы отклонились, то что делать? Так называемые преданные, они жаловались Шри Прабхупаде, что он очень строг. Почему? Бхактивинода Тхакур всех сахаджиев позволял. А вы почему не позволяете? Шрила Прабхупада говорит, и вот Бхактивинода Тхакур только ушел. Совсем недавно. И сейчас вы жалуетесь мне. Что случится дальше? Я не знаю. На самом деле Бхактивинода Тхакур никогда не позволял тем сахаджиям сахаджийские киртаны, но но это всего лишь служило приманкой для местной публики, как, например, слонов ловят слониху в яму, слониху куда-то помещают перед ней какую-то яму, и слон, который хочет слониху, он попадает в эту ловушку. This way, Bhaktivinoda wanted to make some track.
И также Бхактивинода Такур с помощью этих всех аджи привлекал местную публику. Кто-то думал, что Бхактивинода Такур слушает эти сахаджийские киртаны, но Бхактивинода Такур уже не был там, он был во Вриндаване. Ну, те, кто приходили, кланялись Бхактивинода Такуру и уже обретали блага. И вот Бхактивинода Такур таким образом, чтобы люди хоть какое-то благо получали, те местные сумасшедшие жители. Кто-то думает, что Бхактивинода Такур слушал это сахаджи, но если посмотреть на то, что написал Бхактивинода Такур, там нет ничего подобного. И вот я хочу обсудить джава-дхарму и много других замечательных вещей. Бхагавад-гиту уже обсуждаем на хинди. Бхактивинода Такур, он дал нам все. Если изучить его писание, то никакой сахаджи нигде и в помине нет. Наоборот, он пишет, что мы не должны никак сотрудничать с этими сахаджиями. В Расататве Бхактивинода Такур молится лотосным стопам олицетворенной расы. О, раса, прости меня, благослови меня. И вот материальная раса тоже может прийти в вашей жизни в олицетворенной форме, как тень. Money, position, everything. Personified.
Everybody giving garland to you, washing on lotus feet. Though you are a fallen soul. Golden. So in personified we can see the pratishtha. How much money you gather, how much position. It's all personified. Or can come in the form of some beautiful lady or handsome man. Who knows in which form man we can send. No guarantee. Anytime. So, it's very dangerous. Anyway, today is И вот сегодня день явления Шрилы Сачитананды Бхактивинода Тхакура. Мы хотели обсудить так много вещей с различных точек зрения, но времени мало. Что же делать? И в итоге я хочу сказать, что Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура находится на берегу Сарасвати, молится Бхагавану, что я нахожусь здесь, чтобы обрести Враджараса, хотя у него уже есть Враджараса. Jugalo charano soksho labha saya aso padu padma svai atro padu padma svai atro. I am sitting here practicing Sadhana Gauranga Mahaprabhu to get that rasa, jugal rasa padu padma svai atro. So, и вот Гудам, Грантхадам, Намадам, Дхамадам, Муда, Бхактидам, Бхуридам, Банде, Бхакти, Бенодакам, Сада, Ванчакар, Бхадраш, Патитан, Бхадраш, Бхадраш. Си Сиддханта Сарасвати Виджаяте, Гаурия Гоштхи Пати.